Кафедра лучевой диагностики. Развернутое заключение по МРТ пациента 24 лет. Дата исследования 04.09.2018. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2В в разных последовательностях и МРА. Очагового поражения не найдено. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Субарахноидальные ликворные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Перивоскулярные пространства Вирхова-Робина не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Охватывающая и верхняя мозжечковая цистерны слегка прослеживаются отчетливо. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5 мм, диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Патология мозжечковых углов не выявлена. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР признаков патологических изменений. В проекции мозжечкового угла корешки 8 пар ЧМН прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричные, не утолщены. Отмечается умеренная гипоплазия червя мозжечка и верхних отделов полушарий. Аномалии развития коры не найдено, архитектоника сохранена. Миндалина мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. В просвет позвоночного канала не смещены. При МР ангиографии аневризм, стенозов и мальформации не найдено. Таким образом, имеется картина неполного синдрома Дэнди Уокера, вариант Дэнди Уокера. Заведующий кафедрой лучевой диагностики доктор медицинских наук профессор Холин А.В.